Наши предки были уверены, что остригая волосы, беременная женщина способна укоротить жизнь будущего ребенка. Вопреки суевериям и страшилкам бабушек, врачи и стилисты рекомендуют не воздерживаться от стрижки волос, если на то есть желание беременной женщины. Аргументами в пользу стрижки выступает хорошее настроение будущей мамочки благодаря обновленной стрижке и ухоженные волосы, на состояние которых в период беременности отражаются все гормональные бури, происходящие в женском организме. Стрижка, в отличие от окраски или химической завивки, не принесет даже малейшего вреда, и при этом уберет посекшиеся концы и придаст волосам ухоженный вид. Рекомендуют озадачиться стрижкой на 5-6 месяце беременности. После этого срока мамочка уже вовсю занята подготовкой к родам. Более того, 3-4 месяца после родов стрижка еще будет держать форму, что не может не радовать, ведь времени на уход за собой у молодой мамы практически не останется. Если же вы все-таки верите в приметы, то сделайте стрижку на растущую луну. В этом случае обновленные волосы будут расти густыми и здоровыми. Этому же будут способствовать проснувшиеся под действием гормонов спящие волосяные луковицы,